А нужно ли мыть залупу с мылом, дружок? Нет, конечно, не нужно ее мыть с мылом. Даже если у тебя бактериальные заболевания какие-то, они лечатся бактериями другими. Или ты пьешь дифлюкан, и потом эти бактерии, сейчас очень хорошие, индийские есть, и моешь просто водой 3 раза в день. Промываешь свою залупу с утра, днем и вечером перед сном. Если ты будешь мыть мылом, то все, тебя однажды отрежут залупку твою. Конечно, ты уничтожаешь полностью флору. Даже вот эта болезнетворная флора, которая разъедает и от которой чешется залупень. А даже болезнетворная, она тоже важна, поскольку она все равно создает климат определенный. Да, она вредная, тупая, разъедает твою залупу. Она чешется, воняет. Но она все равно создает среду. И нет сухости. Вот. Если ты моешь, ты ее все вымываешь. Мылом. Мыло, это бактерии эти убивают. Так что нельзя ни язык мыть мылом, ни глаза мыть мылом нельзя. Никакие слизистые. Ни уши чистить ватными палочками, туда вычищать серу нельзя. Только сверху, вот где, вот здесь. Вот. Такой момент важный, да.